Пацаны, план меняется, мы тупо бежим наверх. Здорово всем, ребята, с вами Хилхёрдс, и это Dark Souls 2 Solar of the First Sin. Вот, да, так приятно вернуться, эх, как будто вот прям к себе домой после какого-нибудь долгого путешествия. Например, в магазин съездил, в центр, вот примерно такое же ощущение. Не, надо NT-36, так, красиво. Давайте зачекаем сразу, есть ли у нас какие-нибудь осколочки. Насколько помню, мы завалили прячущегося во тьме, нету такого, окей. И теперь нам осталось пик древних драконов исследовать. Так, сжечь мы можем, мы ничего не можем сжечь, тогда погнали. Что-то, единственная проблема, где онлайн? Джонни, они забрали мой онлайн. Я не люблю, когда мой онлайн забирают. Ну да ладно. В этой локации, короче, полно драконов. Ну, как драконов, виверн. И еще... Ага, ну, ясно. А я думаю, где же мой онлайн? Придется сейчас перезапускаться и получать онлайн. Давайте я вернусь с онлайном. Ну, как-то не задалось с онлайном. Я, правда, не знаю, раза 4 попробовал. Посидел, подождал, но нифига. Так, сейчас быстро вспоминаем. Тогда это кольцо нам не нужно, потому что оно ничего не даст. Так, по заклинаниям оружия тьмы есть. А зачем у меня вот эта фигня стоит? Так, эх, тупанул, надо было веру качать. Ну ладно. Так, оружие не нужно нам это. Я хочу поменять, допустим, на... Пам-пам-пам. Даже не знаю, даже не знаю. Давайте большой меч душ. Люблю большие штуки. Так, левая. Ага, так, сюда. Пришли мы оттуда. Все, понял, плюс принял. Погнали. Так вот, здесь драконы виверны. И очень много кристальных ящерок. Так, сюда мы потом попадем. И вот эти дядьки, которые раньше были живыми, но в переиздании их сделали каменными. Ну, как говорится, бывает. Давайте сразу, наверное, закалим оружие. Потому что там у нас сейчас по пути будут ящерки. Чё-то я подолстел. Ну давай уже, уважаемый, давай. Сколько вас можно ждать? One shot, one kill. Так. Угу. А вот этот, по-моему, новый дядька. Ну да ладно, новый, не новый. Так, уголь вражды. Помнится, здесь ящерка должна быть. Так, либо она уже ушла. Прошу прощения за горло. Либо... Либо еще нет. Одно из двух. Думал, я тебя не вижу? Подлый негодяй. Угу. Игра такая, чувак, у тебя нету нормального онлайна, я тебе сделаю свой. Ну что ж, спасибо, мистер игра. Так, у нас... У меня такое ощущение, что у этого NPC проблема. Я вспомнил, какое у меня заклинание было. И потом я его верну обязательно. Так. Это очень увлекательное PvP, да-да-да. Давай, я буду парировать. Не получилось. А можно меня не убивать, пожалуйста? Чё ты как-то... Ты слишком много дамага вводишь, родная. А я слишком долго хилюсь. Ага, хотела подловить меня. Ну кто кого подловил? Стаминка кончилась. Ой-ой-ой, господи. Что ты можешь против чемпиона второго Dark Souls, а? Нормально, унизили. Не хочу хвалиться, но, по-моему, это было супер профессионально. Плюс человеческая фигурка. Так, а где же тогда ящерки были? Чё-то совсем всё... А, вот тут, окей. Мистер Ящерица, не уходи. Думал, с одного удара отлетит, но нет. Так, лучистый самоцвет. Здесь можно очень много мерцающего титанита выформить. Прям, когда я говорю много, прям реально много. Как бы не шутки. Сейчас будет большая мистер Виверна. Так, она уже активированная. Прям как уголь. Так что давайте пробежим к ней в ноги. И будем наносить ДМГ. Главное не отъехать от огня. Ну и потихоньку, оп, как Ахиллесу пятку отрезаем. Она кого-то убила даже, кстати. А, вот того чувака, который должен взрываться. Нормально. Спасибо. Полезная Виверна. Так, а можно посмотреть твое здоровье, потому что что-то я не вижу. В яйцах у тебя нахожусь. Ага, нормально. Кританули и убили. И теперь собираем. Даже ящерка не убежала. Ты что, самая смелая, что ли, на Диком Западе? Так, забираем. И там тоже не улетело. Странные ящерицы. Раньше они были более пугливыми. В переиздании им, наверное, яйца приделали. Кстати, о яйцах.
Вот эта интеграция, да? Если, короче... Ой-ой-ой, ребята, а можно по одному? Давай, по одному, раз на раз, что такое? Так вот, если сломать, ну, не знаю насчет всех, большую часть яиц на этой локации, то потом при переходе через финальный мост прилетит самый злой дядя дракон и обрушит его вместе с нами, если мы на нем будем долго застаиваться. Зуб дракона — это, короче, оружие, которым пользовался знаменитый Хавель Скала, который терпеть не мог магов. И который по сюжету первой части, после того, как он помогал лорду Гвину, повелителя света, а лорд Гвин, короче, его в одинокой крепости запер, вроде как. Да не вроде как, а все точно так. Я профессионально знаю лор, просто немножко стесняюсь. Так, я вот единственное, за что боюсь, так это за то, что мне не хватит крепости оружия и количества заклинаний. А в остальном, впрочем, я уверен. И вот, если видите впереди замок, то в самом его конце, на самом, скажем так, верху пики, будет сидеть очень древний дракон, который нам даст штуку, рот гиганта называется. Вот, и при помощи этой штуки мы сможем попадать в воспоминания гигантов. Так, ну а пока что надо дойти еще до туда. Вот на эту штуку попасть невероятно сложно. Но я попытаюсь, может быть. Смотрите, идем такие. Опа, ништяк. А тут и дядька садится, взрывается и скидывает нас. Ага, блин, оу щит, оу щит, оу щит. Я думал, он один, а их несколько. Походу, это рип. Пацаны, пощадите, пощадите. Все поломал. Ясно? Говно. Видите, он мне всю броню двумя спелами взорвали. Забыл, в переиздании такая фигня раньше не было. Ну ладно, прикольно. Теперь опять к кузнецу идти чиниться. Эх. Вот она, типичная жизнь избранного нежити. Так. Бабах. Нормально. Самовозгорание. Когда зашел в катку с читером. Так, ребята, что-то вас много. Раньше так не было такого количества. Так, ты первый. Этот пока самостоятельно взрывается. И еще один, помнится, здесь есть. Золотая смола даже с них фармится. Неплохо. И теперь смотрите, можем идти вперед, а можем идти направо. Это, так сказать, небольшая тайная тропка. Этого дядьки тоже тут не было в оригинальном втором Dark Souls. И этого дядьки тоже не было. Можно было бэкстабом ударить, но это дольше, чем просто его убить. И вот зайдя сюда, мы сможем убить дракона. Ну, виверну, довольно быстро, просто и без проблем. Но единственная проблема — убегут ящерки. Хотя, может, и не убегут, даже если я не завтыкал. Я завтыкал, окей. Ящерца, не убегай, не убегай, нет. Ну, ладно. Рюки-крюки, бывает. Ладно, пойду на мужика драться с ней. Не, дракон, вставай. Я пришел рубить твой хвост. Нормально. 2500 за один, как бы, бар стаминки. По-моему, неплохой результат. Я, конечно, не эксперт, но мне нравится то, что сделает этот маг. Так, еще один или два удара, да? Один даже, отлично. Так. Надо считать, одну ящерицу я уже упустил. Еще здесь две, но одна точно. Так, огненные бури, заклинание для пиромантии. Мы, к счастью, не пиромант, хотя можем им стать, если захотим. Так, это тоже убито. Легко. Куча осколков и... Раньше вот тут ящерка была одна. Ну, либо она убежала, не знаю, либо их убрали. Ладно. Минус яйца, красиво. Так, так, так. Больше вроде никого нет, да? Прикольная локация, в принципе. Довольно оригинально. Здесь у нас тайное место, куда нужно обязательно спрыгнуть. Но сначала я пойду вперед, пройду, а потом шушуть вернусь назад. Или я забуду, ну да ладно. Так, и я еще одно место забыл. Так, ящерица одна убегает, бывает. Так, ребята, что-то вас много. И, если помните, в предыдущих сериях был безумный маг Навлаан. Так, надо, наверное, закалить оружие. Если бы мы его открыли, отпустили, то вот здесь он бы вторгался и вдвойне мешал проходить эту локацию. Давайте по крылу начнем. Баба, бабах, криты пошли. Криты налево и направо, как будто хавк с
Антквином и Баюмом. Ну, если вы играли в линейку, вы меня поймете. Так, ну давай, давай. Смотрите, какие толстые пятки. Последний удар, да. А больше ящерок нет. По-моему, сейчас сверху есть одна ящерка. Поэтому давайте сразу вернемся к ней. Потому что сдается мне, что я ее упустил. И, насколько помню, эти ящерицы уникальные. Не ящерицы, а виверны. То есть, убив виверну раз, она не воскреснет. Что, в принципе, довольно удобно. Можно, типа, потратили все свои расходники на одну виверну, пошли на костре, посидели, отдохнули и вернулись за следующей. В принципе, согласитесь, довольно неплохо. Здесь надо было вот сюда идти. Странно, что я забыл про это место тайное. Неужели никаких взрывателей не будет? Вот тут будет. И вот здесь раньше ящерка была. Но, походу, ее тоже убрали. А, нет, вот она. Куда собралась, а? Думала свалить от меня? И этого знаменитого мага-колдуна не так просто обвести вокруг пальца. А, и сейчас мы, по-моему, в начало как раз-таки вернемся. Если я все правильно помню. Да, наверное, мы это и сделаем. Угу, и потом вернемся туда, все заберем. Окей, понял, плюс принял. Чуть не заметил. Ого, а этого не заметил. Вот это МЛГ. Так, нам идти туда, но сначала мы вернемся чуть-чуть назад и откроем короткую дорогу. Погнали. Вжух. Так, туда мы чуть попозже упадем. Короче, смотрите, идем вот сюда. И сбиваем лестницу. И мы в самое-самое начало вернулись. Там вот была изумрудная лестница. То есть вы хотите сказать, что все это время здесь была лестница? Ладно, я немножко в замешательстве, но не суть. Так, и надо вот этот ништяк забрать. Главное не навернуться. А, ну, окей. Все-таки придется, чтобы все воскресли. Мы берем, делаем вот это. Так, ну и раз нам придется возвращаться, давайте, наверное, к кузнецу я слетаю по-бырому. Ох, а слетаю к кузнецу для того, чтобы восстановить свое обмундирование. Потому что, блин, очень неловко вышло, я завтыкал. Давайте, наверное, я слетаю, починюсь и, может быть, онлайн починю. В общем, вы не поверите, нужно было всего лишь перезапустить игру, и все встало на свои места. Так, мы теперь еще разок быстро бежим эту локацию. Валим всех ящерок, которых я прозевал. И потом идем в самое неприятное, сложное, страшное, опасное место. Так, а вы что, уникальные? Нет, вы нифига не уникальные. Так, там сверху сейчас куча ребят будет. Так, это будет сложно, ну ладно. Я жесткий, я справлюсь. Вот эта ящерка у нас здесь убежала, здесь нету. Здесь две ящерки, оу, щит. Я же помню, там было больше, чем одна. Только не убегай, плиз, ящерица. Не умирай, нет. Да что такое, руки, крюки, горе в семье. Ну ладно, бывает. Странно, я думал, меньше ящериц. Так, не убегай, не убегай. Хорошо, это есть. Так, те пацаны решили не идти. Так, сейчас нам это еще одна точно знаю где. Так, ту я забрал. Ага, ну ясно. Что-то сегодня с онлайном не очень. Ну, не сегодня, значит. Обидно, я хотел повторгаться. Типа, какой смысл играть в Dark Souls, если ты не можешь вторгаться в чужие миры и наводить там свой порядок? Кстати, 9 января была инфа насчет Секира. Shadows Die Twice. Это, короче, от создателей Dark Souls. Souls-like игра. 22, по-моему, марта выйдет. На канале видео есть на эту тему. И там прошла такая инфа, то, что онлайна не будет. То есть вообще соло-игра. Короче, мы все... Ну, все мы, фанаты, надеемся на невероятную реиграбельность той игры. И на то, что она будет супергодной даже в соло-прохождении. Так, здесь у нас две ящерки. Так, мистер Ящерица, только не убегай. Я знаю, ты не хочешь этого. Нормально. Так, и вон ту осталось убить. Ага, мистер Мак там подсирать нам будет. Ясно. Только попробуй не дать мне убить ящерицу. Нормально, успели. Это очень потное заклинание, которое свело в могилу многих бравых ребят. Так, а давайте на секунду проверю, идет ли запись, а то я себя знаю. Так, да, все на месте, окей. Продолжаем.
Теперь мы забираем... Да что такое с горлом? Прошу прощения. Теперь мы забираем вот этот ништячок. Чуть не навернулись. Здесь дядька, который нас скинет. Но не сегодня. Ключ камень Форос. Это того не стоило. А здесь... Ясно. Я который раз сюда попадаю и который раз убеждаюсь в том, что это того не стоило. Так, использовать. Вернуться к последнему кастру. Погнали. Так, и что же у нас дальше? Дальше мы составляем заклинание и идем, наверное, вперед. Так, составить... Нет, составить заклинание. Секунду, я вот вспомнил. У нас, короче, вот эта офигенная штука была, да. Все, теперь хороший билд. Погнали на мост. Мне кажется, в принципе, даже если яйца не ломать, мост может сломаться. Просто это очень пафосно и эпично выглядит. Так, погнали. Давайте пробуем ништяк этот забрать. Вдруг получится. Да, с первого раза. Легко. Здесь у нас душа великого героя. Мне вот, знаете, бывает, найдешь какую-то вещь в Dark Souls, и терзают сомнения, как это могло попасть сюда. То есть его какой-то хищный виверн принес, или как он сюда мог попасть. В общем, непонятно. Фишка в том, чтобы попасть на этот выступ, нужно в момент падения нажать атаку, чтобы получилась атака в падении. Потому что если мы прыгнем без атаки в падении, мы перекувыркнемся прямиком в бездну. Все верно сказал. Как же профессионально подол моего плаща развивается. Хоть кто-то в этой игре развивается. Один я деградирую. Так, вы не будете мне ломать броню? Хорошо. Помнится, мне там была одна или несколько ящерок, которые мы упустили. Так, какие не мы и я. Так, одну вижу, вторую не вижу, значит, одна осталась. Надеюсь, я ее успею сломать, пока тот дядька не взорвется, да. Так, главное, я все забрал. И сейчас надо бежать. Бежать со всех трех ног. Не успел в тайминг вернуться. Вот, сейчас вроде нормально. Пацаны, можно без вас, плиз? Давайте останемся друзьями. Так, уходи. Я такой сижу, блин, а как бы мне потратить большую кучу душ? Пойду-ка поломаю все свое снаряжение. Ну вот да, этим я и занимаюсь. Как говорил мой дед, ломать так ломать. Нормально, без всего. Просто понимаете, в броне с кольцами каждый лох может. А вот слабо ли пройти без этого всего? Давайте мини-челлендж. Вот, теперь, короче, если стоять на этом мосте, мосту на мосте, мало того, что очень пафосная камера, которая трясется, и, скорее всего, очень скоро прилетит мистер Дракон. Давайте проверим. Если так камеру сделать, то у нас оружие как будто на плюс 4 в линейке светится. Вот. Да-да-да, красиво. Может, даже плюс 5. Ну что, будет дракон сегодня у нас? Я там яйца поломал. Нет, не поломал? Что-то, похоже, не ломается. Эх. Или все-таки сломается? Давайте я буду медленно идти, чтобы дать дракону много шансов. Да, прилетел мистер Дракон. Вот, спереди. И обрывает мост. Нет, говорю я. Ну вот. И здесь не будет у нас тлеющего озера внизу, как в третьей части Dark Souls. Здесь просто вы погибли. Классика Dark Souls, эх. Люблю его. Так, ну и теперь нормально продвигаемся дальше. И сейчас у костра мы кое-кого встретим, кое-кого, кого мы уже видели. Это Алдия, брат Вендрика. Как я уже и говорил, мы пойдем без колец, без всего, как жесткие пацаны. Так, и потом, если вдруг у меня получится с онлайном, может какие-нибудь PvP замутить. Ну, было бы неплохо. И вот мне интересно, сколько мне попыток придется, чтобы ту локацию пройти. Ну, в принципе, у меня магия есть. А с магией все будет попроще. Как миликом там проходить вообще нет идей. Получается, в просто второй части Dark Souls нужно было собирать, ну, не собирать, а ломать все яйца, а здесь можно просто довольно долго постоять на мосту. Либо, возможно, чем меньше яиц остается, тем меньше времени до прилета дракона получается. И мы попадаем в храм дракона. И здесь у нас встреча с Алдией. Раньше, кстати, это как бы помещение поменьше было.
Конечно, хочу. Ну вот он говорит, отыщи то и попробуй во всем разобраться. Этим мы скоро и займемся, а пока самая адовейшая локация в деле. Как говорится, нервы на пределе. Тут у нас вот эти огромные рыцари, и потом вот те дядьки. Нормальный дамаг заходит, хороший. А по мне тоже неплохо пол. Ну, почему так долго станлок? Алло! Мы от станлока когда-нибудь отойдем? Или это навечно? Он еще и щитом? Ты че, дядя? Алло, иди сюда. Ну-ка. Сынок, мы с тобой не закончили. Давай раз на раз. Ты гляньте, что творит. Как же мансит этот молодой. Так, нормально, победа. Я не помню, что надо сделать, чтобы они начали драться, честно говоря. Потому что пока они не очень активные. Странно. Но если их согреть, они так сильно по лицу будут давать. Вы даже не представляете. Так, пока вроде не согрелись. Тут у нас, по-моему, сет будет чей-то, вроде как. Может и нет. Так, давайте зачекаем. Да, точно. Вроде как его звали Кромвель Избавитель. И поверьте, этих ребят, пока они вас не трогают, лучше не трогать. Как говорится, целее будешь. Так, и пока тоже не согрелись. Пока все нормально. Пока что все идет по плану, целых три угля вражды. Нормальный такой подгон. Так, уважаемый, я просто пройду. Хорошо, мне только спросить, правда? Так, вроде поверил. Окей, хорошо. Так, тут у нас дядька с огромной кувалдой. Так, ну знаешь, у меня тоже кувалда не маленькая. Давайте быстро его попробуем убить. Ой-ой, сейчас бы с двух ударов отъехать. Быстро хилиться, жить, на фул, давай, хорошо. Байтим на атаку. Профессиональные ворота. Надеюсь, успею убить. Если бы сейчас этот дядька впрягся за него, я бы не смог победить. Нормально, пока сейчас получается. Так, драконий талисман. Так, ребята, только не огритесь, хорошо? Хорошо, вроде мы нашли общий язык. А, возможно, потом я их яичко украду. Они такие, йоу, камон, это принадлежит нам. И драться начнут. По-моему, это мимик. Давайте проверим. Нет, нормальный сундук. Не с той стороны. Раньше там стоял маг, который кастовал заклинания, которые раскидывали меня во все стороны. Ну, когда попадали. А пока что только мерцающие титани. Так, ну вы вроде хорошие, вы не будете драться. У него, кстати, огромный лук драконоборца. Глядите, можно идти... Окей, не здесь, рано сказал. Сейчас дойдем, покажу. Тут у нас паркур. Это тоже не мимик. Я просто эту локацию очень плохо помню. Поэтому ссыкую и буду все проверять. Что-то там большие щиты, ну нам это не интересно. Наш билд готов процентов на 90. Что еще нужно для счастья? Так, раньше тут два было больших дядьки страшных. Так, да, вы кланяетесь и все, больше не бьем. Так, если он этим дрыном меня будет бить, то скорее всего мало мне не покажется. Нормально, с трех плюх отъехал. И ничего не дропнул. Так, идем сюда. Тут у нас, по-моему, вот тут точно мимик должен быть. И это я вроде даже помню. Ты мимик? Нет. Тогда где же мимик? Хм. Поможем Даше найти мимика. Кусок титанита. Давайте, тут, наверное, Шмидт. Робкий Рей. Давайте позовем, почему нет. Здесь, помнится, будет огромный рыцарь. Какой-то слишком огромный рыцарь. Со слишком большим щитом. Я таким большим рыцарям не доверяю. Блин, а почему? Почему они начали агриться, ребята? Знаете, наверное, в чем была проблема? В том, что они... Ну вот, мы уже почти дошли до их яйца. Ну, как сказать, до их яйца? Там, короче, будет еще один охранник. И потом яйцо дракона. Которое будет... Которое, точнее, позволит нам попасть в их ковенант. И теперь-то нам точно... Надо было сначала дойти до дракона, тупанул, а потом идти сюда. Блин, ну ладно. Мы же жесткие, мы справимся. В скобках нет. Так, Рэй, ты теперь со мной до конца договорились? Потому что там будет сложно. Так, тут у нас третье кольцо дракона. Это одно из самых лучших колец в игре.
И я не шучу. Коготь дракона, окей, так, сейчас быстро его наденем. А, давайте за место вот этого кольца. Оно, короче, дает кучу стамины, кучу выносливости и максимальной нагрузки. Ну, хотя, с другой стороны, не так прям, чтобы куча, но довольно много. Тут довольно долгая затяжная винтовая лестница наверх. Так, и теперь последний чувак, который защищает яичко. Что он довольно больно бьет. Давайте я похилюсь, пока никто не против. Ну и мы вдвоем его запинаем. Гэнг-бэнг, как же я люблю кооп в Dark Souls. Думаю, получится запарировать. Давай, Рэй, доделывай. Ладно, я помогу нам. Красиво, победили. И забираем яичко. Опа. Теперь надо будет пойти в Железную Цитадель и кое-кому его отдать, дабы разблокировать доступ к Ковенанту. Но это, знаете, верхушка проблемы. Теперь нам придется сражаться со всеми вот этими, как их зовут, жрецами драконов, или даже, не знаю. В общем, сейчас будет мясо, нечто окаменевшее, хорошо. А что ты там свой бинокль смотришь, что ты там не видел? Сейчас нам по голове будет давать. Видите, они уже огрятся, они уже готовы драться. Ну, в принципе, их довольно легко парировать, если уметь. Жаль, что я не умею. Надеюсь, это не мимик. Нормально. Это не заразный сундук. Хорошо, повезло. Ароматная ветвь былого и большое кристальное оружие. Это уже очень крутая штука. Так, здесь нам по-любому придется закалить оружие. Сдается мне, что несколько из этих чуваков из Ковенанта Дракона упали вниз. И мне не придется хотя бы с какой-то частью с ними сражаться. И это хорошо. И у нас финальная часть, финальный этап восхождения. Здесь, короче, раньше два огромных рыцаря стояли, но теперь тут стоит куча вот этих вот... Пацаны, план меняется, мы тупо бежим наверх. Со всеми я ни за что не справлюсь. Это тупо грязь. Вот это дичь. Так, ребята, а можно по одному, пацаны? И тут у нас еще босс уровня. Так, дойти, 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 спастись. Я просто не ожидал, что они все пойдут. Так, бежать, бежать, бежать. По идее, если я пройду через туман, они отстанут. Вы же отстанете? Вы же хорошие мальчики. Кто хороший мальчик? Так, вы должны назад пойти. Назад, говорю. Назад. Назад, вам сюда нельзя. Уходите. Брысь. Что, засад... Не, не засад... Вы что? Раньше они, доходя до сюда, уходили. Блин, у меня проблемы. Вот тут огромный дракон. А, все, засали. Ну чё, сыкуны, да? Батьку моего видели? Ага. Сейчас он вам даст. Уходите. Нормально, я их победил. Так, мистер дракон, давай поговорим. В общем, понимаете, как он говорит, да? Еще один стоит перед нами. Да будет так. Проклятие всей жизни, желанное проклятие. Итак, ты заглянул во мрак в надежде получить ответы. И мы получаем сердце пепельного тумана. Ну и все, он больше не разговаривает. Его можно пойти бить и подраться с ним, но он очень жесткий, я пока не готов. И вообще, зачем убивать дракона, если можно не убивать? Че такое? Давай раз на раз, сынок, давай, иди сюда. Хотя бы одного заберу. С них можно крутые оружия, крутые щиты, крутые доспехи выбить. Вот, и смотрите, что мы получили в итоге сейчас. Так, не ходи сюда, уйди, брысь. Да блин, никак не привыкну к управлению. Так, нам надо дойти в категорию ключей, правильно, правильно? Да. Так, и глядите, что у нас есть. Сердце пепельного тумана погружает в воспоминания усопших. Усопшие у нас находятся в лесу павших гигантов. Если помните, такие замороженные, вросшие гиганты, как деревья, вот туда мы и отправимся, наверное, в следующей серии. А пока что всем большое спасибо за просмотр, всего хорошего и удачи!